Спектральный шумоподавитель – это система отключения усилителя звуковых частот. Его работа заключается в том, чтобы прослушивать эфир и в случае обнаружения сигнала от другой радиостанции включить динамик. При пропадании полезного сигнала динамик отключить. Это происходит за счет оценки отношения мощности полезного сигнала к шуму. Шум имеет больше высокочастотных составляющих, а при наличии передающей радиостанции частотный спектр сигнала меняется. В это время процессор отслеживает спектр поступающего к нему сигнала и реагирует включением и отключением усилителя звука. Самое главное преимущество данного вида шумоподавителя в том, что он не меняет чувствительность радиостанции как пороговой. При установке высокого уровня чувствительности у спектрального шумоподавителя существенно меньше ложных срабатываний, чем у порогового шумоподавителя. Но есть и несколько недостатков. Первый заключается в том, что шумоподавитель всегда находится в закрытом состоянии, и если он решил, что полезного сигнала нет, то его никак не услышите даже на фоне шумов. Второй недостаток связан с его ценой. Наличие спектрального шумоподавителя в радиостанциях гражданского диапазона сказывается на ее цене в сторону увеличения.